Самарские дороги ремонтируют по технологиям 15-летней давности. Такую оценку во время прямой линии дал губернатор. Накануне он отвечал на вопросы жителей области в прямом эфире телеканала «Россия-24». Николай Меркушкин отметил, что еще в начале 2000-х Самара была по сравнению с другими областными центрами достаточно благоустроенным городом. Но за последние 10 лет ситуация кардинально изменилась. По мнению главы региона, виноваты в этом городские власти. У нас как небольшой ветерок, так потом зубах, сплошной песок. Я только сегодня, вот сейчас перед отъездом сюда, разговаривал с Азаровым. Я ему направил несколько фотографий, в том числе там блогеры, в общем, вывешивают разные. Интернет-сообщество очень активно этим занимается. Да. Несколько фотографий, в том числе фотографию, где идет ремонт дороги. Ремонт дороги, я посмотрел технологию, как это ремонтируется, но так делали 15-17 лет назад. Эта дорога точно, она весной будущего года, летом продержится, весной будущего года, та, которую сейчас ремонтируют, как ремонтируется, она точно поплывет с этим, с водой или со снегом, растаявшим снегом.